Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 188. Какую одежду готовите на смерть мужчине и женщине? Что нужно на голову и на ноги? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я участвовал в сборе гуманитарной помощи для России в Америке. В огромные, в 12 метров длиной контейнера грузили инвалидные коляски и костыли. Нельзя было открыто смеяться, но я носил их и повторял. Доигрались, дожились. Вся страна и правители пользуются этими колясками и инвалидными костылями, и разговор только о смерти, как попорядочней умереть. Здесь разум человеческий изощряется, ритуал выверен, одежда скроена по мерке, но коса пока еще зачехлена. Я лично хотел бы быть похороненным в лагерной робе и обязательно в старых кирзовых сапогах, и чтоб никто меня не обмывал и не прикасался даже при прощании. Это лучшее, в чем я могу предстать пред моим другом с большой буквы, которому я служил и который с большой буквы принял меня в этой одежде и сапогах. Я сражался за него и за православную церковь в этой форме. Раньше старики шили смертное платье и выдалбливали себе гроб в домовину заранее. Когда я работал прорабом и жил в мастерской, где было холодно, то сделал себе настоящий гроб, ночью ложился и закрывался крышкой, и мне было тепло. Но когда утром пришла работница, и я на ее глазах поднял крышку и восстал, она едва не заняла мое место. Мне было 21 год.